Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мечи и Души Неверсин. Как видите, у меня 35 уровень, я немножко подкачался, все себе в серебро набил. Так, инвентарь, ну ничего тут новенького у меня нету. Так, и у нас с вами, кстати, миссия, да. Мы должны с вами забрать вот этот камень блестящий. И у нас королевский рубин. Ну что же, поехали, я думаю, что сейчас никаких проблем у меня не будет. Но... Опа, с удара просто накатили. Иди отсюда, хламон. Получи и распишись, называется. Так, а здесь у нас что? Двили куку разаркарат. Я так тебя и понял. Все время забываешь, что ты по-гоблински не понимаешь. Как ты смеешь красть мой королевский рубин, мерзкий вор? А? Меня твоя ведьма не волнует. Тебе конец. Ну, это мы сейчас, во-первых, посмотрим, кому тут конец будет, парнишка. Ты тут не обольщ... Ой, промазал малька. Ладно, бывает, ребята. Так, ну-ка дай-ка я вот так вот сделаю. Опа, ну-ка. Давай еще вот так вот сделаем. Ну. Конечно, разогнался парнишка. Ну что, я думаю, королю гоблинов сейчас придет кирдык. Ребят, серьезно говорю вам. Ну. Так, ладно, предположим. Найден новый враг, достижение мерзкий вор. Ну и охламона последнего мы добиваем. Король гоблинов. Мерзкий вор. Да? Мне нужен этот камень, парень, извини. Так, что там с вами подняли? Кольцо лисы, минус 15 к восстановлению уклонения. Нормуль, я скажу вам, ну что. Продолжаем. Камень-то мы с вами получили, да? Вот он, блестящий камень. Камень настолько блестящий, что от него невозможно отвести глаз. Так, быстренько бежим в город душ и, конечно же, в трактир. А, я даже риц с собой не взял. Ладно, фиг с ней. Тук-тук. Кто там? Рэй! Ура! Вы добыли блестящее сокровище, а тот тупой король гоблинов уже совсем-совсем мертвый. Привет, привет. Кстати, вы видели башню злой ведьмы? Она наверняка готовит мерзкое заклинание. Скорее, надо добыть следующее сокровище героя. Волшебный лук. Ой, кстати. Я его, типа, кажется, вроде бы потерял. И я не виноват, ясно? Он был моего милого питомца Пупси. Я повел его гулять, и он убежал. Этот болван от меня убежал. Найдите Пупси, найдите сокровище героя. Проще простого. Ох, надеюсь, с ним все в порядке. Я так скучаю по его объятиям. Идите, найдите моего Пупси. Да пошел ты, знаешь куда. Глава 2, ребята, побег Пупси. Понятно. Так, ну что нам сделать? Я даже не знаю, ребят, в таверне делать нам нечего, да? Мы задание получили. Давайте вот возьмем с собой риц. Похоже, я теперь официально наемница. А вы теперь, надо понимать, герой, специализирующийся в реабилитации. Как щедро с вашей стороны. Еще бы не щедро. Так, ребятулечки, мы, наверное, перейдем с вами на другую карту. Или как тут сейчас будет все происходить? Скорее всего, да. Вау, вау. Завораживающе прям как. Глава 2. Побег Пупси. И у нас, ребята, блокада ордена. Ну давай посмотрим. Так, ой, охламон. Стой, деревенщина! Орден запрещает сюда входить. В шахте замечен демон категории С. А теперь проваливай. Да, конечно, проваливай. Нет, родной мой, проваливай-ка ты отсюда. По добру-то, по здорову. На, получи. О, риц молодец, раздухарилась, смотрю, девчуля. Конечно, яблочко он в меня пуляет. На, в ответку. Получи, распишись, гаденыш. Так, тут у нас еще болваны, да, какие-то? А риц бьет, ребята, два раза. Это круто. Ну, давай. Вот так вот, наповал называется, ребята. Слушайте, я довольно неплохо прокачался. Всех лупашу практически с удара. Вау, смотри-ка, ребята, броня, по-моему, железная выпала. Рыцарь, новое снаряжение, уровня 4. Ну что, я, наверное, одену, пожалуй, это все, да? Так, броня 1,3% прибавляется. И 1,3% броне из-за ботинок. Неплохо, я считаю, да, ребят? Так, кольцо у нас, по-моему, да? Так. Ага, а вот это что? А как посмотреть, ребята? Так, это 20% к здоровью, его надо оставлять. К
урону в дальнем бою. Вот это можно убрать. А вот минус 15 к восстановлению уклонения. То есть уклонение будет восстанавливаться быстрее, я так понимаю. Ладушки, сгодится. Путь кобальда. Поехали, ребят. Ну? Уверен, вы упускаете что-то важное. На некоторые умения, такие как толчок или особая атака, тратится весь ход. При этом свободные умения, такие как огненный шар или ядовитая стрела, не расходуют весь ход. Постарайтесь воспользоваться этим знанием. Постараюсь. На, получи, зуби. Да-да, ребята, это был... О, а вот и кобальт-горняк. Так, одного с удара снесли. Парень, отвали. Не мешайся мне здесь. Так, ребята, сейчас должен быть король, да, гоблинов, наверное, кобальтов. А, нет, смотри-ка, летучих мышей тут у нас. Ладно, мне, в принципе, без разницы, кого атаковать. Оп, что-то я промазал маленько, хотел блокировку поставить, но... Что он там делает? Так, я не понял, это что он мне там понизил? Физ-атаку, что ли? Скорее всего, да. Так, Риц, а ты будешь что-нибудь делать или нет? Да, господи, что же он... Блин, от этого никак, что ли, не увернуться, ничего не сделать. Хотя можно, наверное, уклониться, мне кажется. Так, и что здесь нам выпадает? Да ничего, один клевер только. Хм, жаль. Очередной договор выполнен. Я тут думаю, я по-прежнему зарабатываю тем, что бью людей. Но делаю все по правилам, да? Хм, а мне всегда была недоступна роскошь размышлений о философии. Иди гуляй, Риц. Плевальщики. Вау. Что за плевальщики? Давайте-ка посмотрим. Ну, это кобальды у нас. Ага, тут уже, ребята, с удара-то не получается их вынести. Вот что я могу сказать. Ладно, погнали. Давай-ка вот так вот сделаем. Да елки-палки, опять, ребята, я спешу. Спешу с выводами. Кобальд-плевальщик это у нас. Ага, не тут-то было, дорогой мой. Найден новый враг. Так, а здесь у нас, я так понимаю, ребят, король кобальдов, да? Ну, типа того. Так, сейчас мы его быстренько расчекрыжим. Если получится, конечно. Ну-ка. Солидный удар был. Так, он меня траванул, ребят. Он меня траванул маленько. Так, мы его застанили. И давай, наверное, быренько его раскумаривать, пока есть такая возможность. И, опа, 13 тысяч хп у него осталось. Для нас это, ребят, мелочи. Ну, добивочный, шикарно. Так, кобальт тут дух раздухарился. Вау, с удара приголубили. На 43 тысячи удар был. Неплохо, да? Вау, опять монетки, опять клевер. Ничего, в принципе, хорошего. Зато у нас 138, ребят, серебра. Это приличная сумма, между прочим. Так, и у нас открылись следующие миссии. Так, нелепая роща. Трудно написано. Ну что ж, давай посмотрим, насколько здесь трудно. Опять пенечки, ребята. По 45 тысяч хп здоровья у них. Ать. Пеньки, хорош, успокойтесь. Больно же все-таки, ё-моё. Ага, контратака. И добивочный. Нормуль. Будет знать. Так, а это еще кто такой у нас? Берегитесь, Джин. Я не могу себя контролировать. Да ладно. А если я тебе пропишу сейчас? Как ты на это отреагируешь, а, роднуля мой? О, ребята, у него здоровье-то. Ох ты, ты посмотри, какой сморчок. Надо, ребята, его станить, скорее всего. Не понял. На него не действует стан? Зато на меня хорошо подействовал. Так, что-то мне... Вау. Это ж... Подожди-ка, я не понял, ребят. Как с магами драться? Это для меня что-то новенькое, если честно. Доселе я с ними не имел никакого дела. А тут, посмотрите-ка, явился, не запылился. Плешивый какой-то. Так, ладно, давайте попробуем еще разу хорошенечко сыграть. Так, да, я понял тебя, ты себя не контролируешь. Мы это уже где-то слышали. Он не подвергается, ребята, стану. Вы поняли? Ну... Да почему я не мог уклониться-то, господи? Это неуклоняемый, что ли, удар, или что? Не могу понять, если честно. Так, хорошо, удар. Нормуль. Так, мы увернулись. Ну, по крайней мере, постарались. Дай-ка я еще выстрелю в него. Вот, и я думаю, что это будет добивочный сейчас.
А, нельзя блокировать, ребята. Магический удар нельзя. Фух, прошу свои извинения. Такое бывает иногда. Если не возражаете, я пойду. Еще раз приношу извинения. Такой, да, простецкий. Ребята, это, по-моему, чувачок, которого мы тоже можем нанимать в таверне, мне кажется. Как и Риц, помните, да? Вначале пришла, раздухарилась, потом она тоже так же спокойненько ушла, и мы ее смогли найти в городе Душ. Давайте зайдем и глянем. Ох ты! Ребят, что-то новенькое у нас тут открылось. Рынок. Так, это что за такая мямзя? Поговорим с ней. Приветствую. О, спасибо, что устроили придуркам из Ордена Темную. Они перекрыли торговую дорогу, но теперь мы снова открыты. И случилось так, что у меня есть самые разные сокровища для вас, радость моя. Да, и не обращайте внимания на мою сестру. Она всегда такая. Сестра. Приветствую. Я продаю только самые качественные отвары по справедливой цене. Ну, а если вас что-то не устраивает в моих товарах, идите к черту. Вот так-то дерзко, да, значит? Ребят, флейта какая-то. Что эта флейта делает? Знаю, на этом инструменте никто не хочет играть, но питомцы его обожают. Питомцы его обожают. Как приручить питомца? Комариное болеро, кротовья трель. Так, яблочный эликсир, комариный сок, отвар бибу. Рекомендуемые предметы. Тут, ребят, какие-то еще билетики мы будем где-то получать, видимо, и продавать. Флейта, как приручить питомца? Комариное болеро. Давай это купим и флейту. Для привлечения молодых и впечатлительных зверей. Хорошо, давай возьмем, наверное, с вами отварчиков. Вот этих вот всех. Думаю, денег у меня достаточно. Нормуль, ребята, мы отоварились. Так, что у нас еще тут есть? Ага, смотрите-ка, ребят. Давайте скормим этому грибу. О, смотрите-ка. Жует, дает нам монетки, дает нам опыт, ребята. Вау. Так, у нас, видимо, развилась стрельба из лука, судя по всему. Так, теперь защиты он дал мне 150. Уклонение полтишок. Так, монетки. Давай, давай, жуй. И магию на плюс 50. Так, ребят, давайте глянем. У меня одно очко есть, да? Давайте-ка мы с вами, наверное, раскачаем. Ага, здесь не могу. Тогда давай увеличение максимального количества зарядов лука. Вот так вот, на единичку. Отлично, в инвентаре все пусто. Ага, вот, можно, ребята, поднять. Я думаю, что надо все бросить в атаку. Отлично. Так, что это за мешочек такой за 26 серебряных? Ну-ка. А, это моя доля, ребята. Доля почему, ребят? Смотрите, открываем кассу и видите, да? 6 монеточек в день. Я могу вложить сюда еще маленько денег. И 7,2 у меня, короче, будет монетки в день выходить. Ладно. Я согласен. Тут, ребята, у нас книжечки. Заметки Маринета мы читали. Это нам не нужно. А вот эту вот книгу. Как приручить питомца. 3 простых шага для получения милого питомца. Найдите флейту. Все знают, что дикие звери обожают музыку. Найдите нотную тетрадь и заучите мелодию. Найдите зверя и играйте ему мелодию, пока он вас не полюбит. Порадуйте своему новому другу. Спасибо. Так, кротовья трель. ЕВЕКУ. ЕВЕКУ. В принципе, неплохо. ЕВЕКУ. Так, комариное болеро. Так, КУВЕКУВ. Это, ребят, нужно записать, и все равно не запомню, если честно. Так, в обучении что у нас тут есть? Давайте-ка улучшим вначале мы с вами лагерь. О, навесик. Так, 88 серебряных. Это следующее улучшение у нас будет стоить. Ну, не забывайте, чем лучше у нас тренировочная, тем быстрее мы с вами будем обучаться. Так, у кузнеца, наверное, ничего нету, да? Угу, не хватает. С вашей стороны, любезно покупать вещи, которые я делаю, но... Можете ли вы оценить их разнообразие? Очень надеюсь, что вы опробуете вещи каждого типа. Мне неприятно представлять, что вы пользуетесь чем-то одним. Угомонись, унылый. И так все хорошо. Ребят, ну а мы с вами отправляемся дальше. У нас с вами... Так, две миссии. Скользкие туннели и разведчики королевы. Я думаю, что, наверное, начнем мы со скользких туннелей. Да? Скорее всего, пойдем сюда. Посмотрим, кто здесь у нас, по крайней мере. Так. Ага. Вся шайка-лейка, ребята, здесь собралась у нас. Ой, я рано слишком нажал. Да успокойся ты, бросай всяким...
хлама в меня. Так, одного минусанули, ребят. Да что ж такое-то. Ага, а это не блокируем, по-моему, да, у нас? Слушай, пора, по-моему, заняться этими ребятами поплотнее. А контратака почему не сработала? Там же было написано «контратака». Да ты достал уже своей фигней бросаться в меня. И ты... Блин, наверное, просто можно, ребята, увернуться, но я, как обычно, не вовремя все делаю. Не вовремя. Так, минусуем? Нет, пока. У меня физуха, ребята, ослаблена, понимаете? Физическая атака. Да чтоб тебя. Так, даже крота не смогли подбить. Даже крота, ребят. Ну давай, давай, давай. Опять рано, по-моему, все это делаю я. Так, ну ладно, крот, предположим, у нас оглушен. Что мне это дает? Ничего. Ничего хорошего, на самом деле. Так, стреляем и добиваем, так ведь? Да, отлично, ребята. А, у меня ничего нету, ребята. Не уклони... А, вот уклонение появилось. Но, по-моему, поздно слишком для меня. Раз, два, три. Так, ну-ка. А, еще же этот охламон будет. Нельзя, ребята, блокировать магически вот эту вот атаку. Можно только физуху отбить. Да, ну тут я дупился. Понятное дело, почему, ребят. Так, попытка номер три. Погнали. Не будем, ребят, здесь слишком шутковать с ними. Будем уклоняться как можем. Как можем, и опять я все продинамил. Так, ну. От этого нельзя, ребята, увернуться. Давай тогда вот так сделаем. Три стрелы, вау. И ударили, да? Магию, ребят, блокировать нельзя. От нее можно лишь только, наверное, увернуться. От вот этой вот волны почему-то нельзя. Даже, ребята, увернуться. Контратака. И добиваем. Хорошо, ладно, вот здесь вот самое фиговенькое. Давай попробуем сделать вот так вот. Ну, бомбить сегодня будем или нет? Раз, два. А уклоняться нас никто не учил? Короче, ребята, ему крышка. Все. Нормуль. Прошли с горем пополам. Шлемак нам достался. Так, четвертого уровня. Это рыцарский шлем. Естественно, я его буду надевать. Вот так. О, теперь я крутенько выгляжу. Так, по характеристикам пока ничего. Тут пока тоже ничего. И у нас сломанный копчик. Сломанный копчик. Ну-ка. Так, мы ходим первый. Ладно. Что это такое? Оу, по-моему, это, ребята, какая-то усиленная, скорее всего, атака, да? Или что он там делает? Я не понимаю, что он делает. Ох ты, нельзя блокировать. Блин, это печалька, ребята. Увернулись. Хорошо. Так, вот только вот этого не надо мне. Давай-ка вот на этого переключимся. Будем бомбить его. О, классненько получилось. Слушай, если он сейчас прыганет, это будет печалька для меня. Как-то надо его по-быстренькому ушатать, если честно. Ну, е. Вот так-то. Кстати, добило его, ребята, отравление, которое я на него повесил. Так, ну что, в принципе, неплохо, да? Согласитесь. Так, у нас еще открылось. Разведчики королевы. А мы с вами куда двигаемся? Сюда или наверх? Вау, наверх, скорее всего. Ладно, давай посмотрим вот этот вот уровень. Так, Святой Орден. Что тут делает деревенщина? Ступает на священную землю во время священной охоты на демонов? Что карается священной смертью? Он совсем, ребята, шизанутый, по ходу дела. Получи и распишись, гаденыш. Так, ну, найден новый враг. Так, теперь у нас тут лучник, да, ко всему прибавился. Ну-ка, давай, раз, два и третью добивочную. Нормуль, опять новый враг у нас. А вот это уже, ребята, будет плохенько. Так, получи и распишись. Солидно. Ой, я что-то, честно говоря, не посмотрел, что это лучник у нас. Начинаю. Промахнулся, упырь.
Так, и теперь, как всегда, ребята, все самое мощное, да, против нас. Контратака. И понеслась. Минус. Так, он делает лечение. Я думаю, парень, зря ты это делаешь. Ну-ка. А, это еще не последняя или последняя? Последняя волна, ребята. Прошли как-то довольно хорошо и быстро. И мне выпадает щит. Так, еще и на плечи, по-моему, да? И руки. Ну, тогда это получается у нас полный сет с вами. Ведь так? Да, ребята, абсолютно полный сет. Вот таким вот образом все это получается. Но я думаю, что все-таки я оставлю двуручник себе. Хотя щит тоже неплохо было бы, но... Ладно, попробуем вначале так. Опоздавшие, и у нас тут разведчики королевы. Не, давайте, ребята, на опоздавших попробуем сейчас отыграться. Кто тут у нас? Ну, гоблинцы. Действительно, они, по-моему, ребята, опоздали. Но... Уклоняемся. Бомбическая сила. Ну, давай. А, он хиляется. Так, ну, что ты будешь делать? Понятно, бомбанул. Так, он будет делать сейчас захил, я так понимаю, ребят. Давай его, наверное, маленечко постреляем. Готов. Так, а здесь у нас три охламона. Ага. Так, и удар, пожалуйста, удар. Удар, обычный удар, давай. Готов, хлопчик. Контратака пошла. Нормуль. Минус. Так, давай-ка этого ханорика накажем. И последняя, ребят, волна. Королик, да? Давай его, наверное, попробуем застанить. Так, теперь, наверное, выстрелим. Еще удар. Так, второй и последний, заключительный. И он придет, ребят, в себя. Все, теперь нам надо уклоняться. Уклоняться, елки-палки. Ну, добиваем. Отлично, боец гоблинов повержен. Победа. Ребята, у нас уже один золотой набрался. Хочу я вас порадовать. Вот так-то мы с вами идем. Не зря я полночи тут раскачивал своего персонажа. На самом деле очень долго качался. Ну что же, багряный волк. Вот такая у нас миссия очередная. И ох ты. Ты дрянь. Тебе встречался одноглазый солдат багряных? Ты заговоришь. Ага. Вот так вот, да, значит? Значит, ты думаешь, что я заговорю? А если я тебя прикончу? Что ты на это скажешь, парнишка, а? Я думаю, ты будешь не рад этому. Давай, ребята, все, что у нас есть, будем в него бросать. И фаербол, и отравлять его. Вот по красоте, смотрите-ка. Что-то он уже не такой разговорчивый, как был до этого. Найден новый враг. В сундуке нам что-нибудь выпадет? Опачки, ребятули, по-моему, новый вид брони. Багряный. Вот это уже, как говорится, по мне. Продолжить. Так, ну-ка давай посмотрим. Ох, елки-палки, ребята, это, по-моему, максимально, я так понимаю, да? Да ну, не может быть, чтобы это была максимальная броня. Или может? Интересный вопрос, конечно. Так, ну что, давайте, наверное, мы сделаем с вами миссию, которая называется «Заветная пещера». Так, три волны будут здесь. Ой, смотри, какой-то гнобл. Гнобл, ребята, это какой-то у нас вот типа гоблина, но какой-то недогоблин, да? Ах ты, гад, ты отравил меня. Вот сморчок. Так, ребят, я не знаю, что лучше тут сделать. Контратака, да? Хоба. Да елки-палки, не вернулся я. Что-то не получается у меня здесь сработать как надо, ребят. Ну, звезданем? Нет, не звезданем, ребята. От этого невозможно вернуться. Короче, это вторая волна, я уже тут все простратил. Все, что у меня было. Отлично, этого ухоркали. Чумную мышь мы с вами оглушили. Чумную мышь уже. Tower Conquest, ребята, вспомнился мне. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, и добиваем. Нормулька. Контратака пошла. Ать, добили. Ну, а теперь кто у нас тут, ребята? Теперь гнобул, самый главный из гнобулов, ребят. На, получи. Получи, гаденыш. Слушай, ну у него... Оу, ребята, у меня нечего сделать. Ни уклонения, ни уворота, ничего нет. Он сейчас звезданет мне. Твою же маковку.
переигрываем, конечно, ребят, переигрываем. О чем может быть тут речь? Так, Гнобл. Промазал. Распишись тогда. Так, раз, два, три, давай вот так его расстреляем к ядрене фени, чтобы не мешался тут под ногами нам. Так. Ага, хорошо. Давай-ка мы... Оп. Так, она... Нет, ну все нормально, нормально, ребят. Контратака. На 47 тысяч неплохо бомбим, я вам скажу. Так, а если мы... Ох, солидненько. Блин, да что ж ты со своим этим... антибафом? Ты меня достал, серьезно, чумнуха. Дайте-ка мне вот этого, наверное, добить. Опять у меня все закончилось, да? Опять у меня закончились увороты. И опять мы тут с вами сфейлимся, скорее всего. Да, ребятули, скорее всего, так оно и будет. Блин, хоть ты в блоке вставай, хоть ты что, ребят, все равно эта мышь тебя задевает. А вот, ребята, и король Гнобл. Надо было, конечно, через контратаку все это дело провернуть. Было бы, конечно, солиднее. Ну, хотя бы так сделаем. Нет, парнишка, давай-ка мы расстреливать его. У меня, ребята, кончились все. Кончились увороты, уклонения и так далее и тому подобное. А у него жизни-то, кстати, тоже не так много, смотри. Контратака. И я уж думал, добьем. Блин, не хватило совсем чуть-чуть. Да чтоб тебя, а. Какой же ты мерзкий Гнобл, а. Какой ты мерзкий Гнобл. На. Добили. Вот так надо действовать, ребята. Так, дайте-ка я, наверное, в чумную мышь буду вот эту вот бомбить. Мне кажется, что так будет лучше. Так, ну давай, Гнобл, прыгай. Блин, без контратаки. Так, минус мышь. Минус, ребята, мышь. Этого добили, Ханорика. И этого тоже добили. Так, вот сейчас уже намного лучше, ребят, идем. Намного лучше, поверьте мне. Слушай, у меня же пробирки есть. А что я... Господи, а что я их не использовал-то? Да? Я только сейчас их видел. Вот это да, вот это я нубас. Ё-моё. Я про них просто даже и забыл, если честно. Про эти пробирочки-то, что они у меня есть. Господи, я бы уже давно бы этот уровень прошел бы. Ну, что нам тут выпадет? Колечко какое-то выпадает. Кольцо солдата. 25% шанс свободно воспользоваться особой атакой. 25%, да? Заманчиво как-то, ребят, звучит. Заманчиво. Одеваем, наверное, мы его, да? Хотя тут 20% к здоровью, если не ошибаюсь. А тут 25% шанс. Я, наверное, все-таки шанс, ребята, оставлю. С вашего позволения. Ну что, старая команда. Это интересно, кто это у нас там? Что за старая команда? Ага. Эй, ребята, смотрите, кто здесь? Наемники Рица. Поняли, кто это? Это вам удалось убедить Риц остепениться, да? Мы проявим благоразумие и запросим справедливое вознаграждение. Скажем все, что у тебя есть. Ну, ребятушки, вы уж извиняйте. Не хотели по-хорошему, будет по-плохому. Так, смотри-ка, как мы, ребят, наяриваем. Просто по-жесткому. Вау. Так. Ого, я думал, уклониться получится, не получилось. Так, бомбим. Замечательно. Дай-ка я вот этого, ребята, который по центру. Надо было его, конечно, закумарить для начала, если честно. Ну, без суператак, да? Так, успокойтесь, пожалуйста, судари. Успокойтесь, я говорю. Так, что-то не срослось. У нас еще, ребята, главный наемник Риц. Вот так-то. Она еще и с кинжалами. Еще и траванула меня, да, я так понимаю. Да-да, ребята, она меня еще и отравила. Ко всему прочему. Ладно, мы ей в ответку отравление повесили. Так, она пришла в себя. Угу. Мы увернулись. И, хотел сказать, мы добили. Да, добили, ребята. Точнее, не мы, а отравление.
Так, и смотрим, что тут у нас. Какое-то новенькое опять колечко. 25 к урону контратаки. Слушай, это тоже довольно неплохо. 25% к урону контратаки. Так, а здесь у нас... Ладно, хорошо. Подожди, к восстановлению уклонения. 25 к урону контратаки. Господи, ребята, так все соблазнительно, блин. Рой кобальдов у нас следующий уровень. Так, кобальд мелкий, да? Паршивец. Ладно, давайте его попробуем расстрелять. Стрельба у меня, ребят, как-то слабенько развита, я вот смотрю. Ну, это, парень, ты зря делаешь, это тебе, по-моему, не пригодится. Или пригодится? Нет, не успеет он воспользоваться своей взрывной силой. Так, кобальд-горняк у нас тут. Угу. Так, отличненько. Распишись, браток. Опять спешу. На тренировках, ребята, у меня все, в общем-то, нормально получается, когда тренировался, а? А тут почему-то... Ох, сколько волн-то здесь, ё-моё, я только сейчас, ребята, это увидел. Тут их много. Так, это только третья, получается, да, волна у нас? Так, ну все, ему крышка. Погнали. Четвертая волна, ребят. Ага. Сейчас мы тут с вами все, наверное, и растеряем. Все преимущество. Или нет? Так, подожди-ка, лучше вот этого, конечно, бомбануть. Кобальда-то. На самом деле. Твою же маковку, вот это он мне звезданул. Вот это он мне дал жару. Наверное, я зря сюда рванул, на самом деле. Давай попробуем так сделать. Если получится его завалить, у нас останется там самый главный еще кто-то. Кто там будет самый главный, я пока в понятии не знаю. Так, завалили охламончика. Ой. Ой, как их тут, ребята, много. Как их тут много. Так, здесь мы уклонились. Так, давай-ка в ответку. Ага, тут еще и подрывник. Ёлки-палки, ребят, я... Подрывника-то я боюсь. Да меня, по-моему, сейчас ушатают. Даже блок мне не помог. Так, ну что, ребята, я сбегал быстренько в магазин. Немножечко отоварился. Взял себе пробирочек еще. Я думаю, сейчас будет все намного лучше у нас. Так, хорош, успокойся. Так, добиваем? Да, мы его сейчас добьем. Замечательно. Так, ну с этим хламоном будет совсем другой разговор у нас. Раз. Была бы у нас какая-нибудь такая стрела, которая может его в стан вогнать. Не знаю, может быть потом как-нибудь будет. Пока нет такой у меня возможности. Так, накумарили этого кобальда. Так, этот у нас подрывник. Ладно, давайте его быстренько расстреляем сейчас. Сколько он? 3 активации делает, да? Нет, две. Две активации, по-моему, на третью он уже прыгает. Сейчас мы его должны добить. Добили, все, нормуль. Так, здесь у нас... Ага, застанили. Только надо было начинать, если честно говоря, не с него, а вот с этого. Так, давай попробуем вот так вот, массовым ударом. Ох, сейчас прыганет, ребята. Уклониться нельзя, написали мне. И здоровье отнял довольно немало, я вам скажу. Так, дайте-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Уклоняемся. Поправили себе здоровье. Так, бомбим. Ну, добивочный, отлично. Так, ребята, начнем с подрывника. Начнем с вами с подрывника именно. Так, не тут-то было, родной мой. У меня все, ребята, все в откатах. Я не знаю, что это у нас за пробирки такие. Ну, хорош. Все, ребята, у меня нету ни блока, ничего. У меня есть только аптечка, которую я могу применить. Ага. Все, восстановили себе здоровье. Добили этого гаденыша. Уклоняемся здесь. Тут тоже вернулись. Так. Ну, готов. Лысый бобик. Ну давай, давай, давай. Теперь кобальд-горняк у нас самый здоровый, самый мощный такой, да, скажем. Ага, хорошо идет. Не могу понять, почему я, ребята, не могу блокировать. Могу уворачиваться, спокойно. Так, поправили себе здоровье. И давай-ка его попробуем уже нашинковать. В конце концов, он уже изрядно меня достал. Фаербол. И... Нет? Я думал, честно говоря, что мы его добьем. Вот теперь мы его
уничтожили. Слушай, такое ощущение, что мне надо идти опять тренироваться. Но это слишком, ребята, долго, поверьте мне. Там такие нудные тренировки, и они столько времени отнимают, что вам не понравится. Ладно, главное, что мы прошли. Передовой отряд королевы. Так, ребята, опять здесь глубинный пруд. Что у нас здесь такое? Ага. Давай, наверное, в атаку. Все, ребята, поставим в атаку. Так, а здесь-то у меня вообще даже кольцо, ребята, не стояло. Вот дурень-то, а. Так, а это у нас к урону в дальнем бою. Не знаю, ребят, не знаю. Так, и давай, наверное, пойдем сюда. Разведчики королевы. Кто такие? Опять людишки, да? Стопудово людишки. Ага, лунная охотница, ты понял? Это тебе не хухры-мухры. Так, кинжальщик. Эх, надо было мне, наверное, в магазин, ребята, сходить и затариться хилпоинтами. Да-да. Так, контратака пошла, нормуль. Черт подери, какой шустрый. И все, что ли? Я-то думал, сейчас тут будет возня, а тут вон, знаете, и какой-то, так, бронза, ребята. Плечи, ноги. Слушай-ка, дай-ка я посмотрю. Ага. Вот это мы наденем с вами. И вот это наденем. Но мне бы, конечно, сет багряного бы найти. Подождите, ребята, а здесь вот есть такие стрелочки. Скорее всего, надеть лучшее. Вот такие стрелочки, скорее всего, тут будет дальше листаться. Мне почему-то так кажется. Видите, здесь нету никаких стрелочек. А именно на броне есть, так что радоваться рано. Так, флейта. Ну, флейта мне пока не нужна. Тут нет никаких животных. И у нас, ребята... Так, подожди, что мы? Куда зашли? Куда я зашел? Нечаянно. Ё-моё, опять, ребята, зашел. Хотел передвинуть, посмотреть наверх. И, видимо, нажал на миссию. Ну, ладно. Деньги лишними не бывает, верно? Так, добиваем лунную убийцу. Так, и у нас две охламонки здесь. Даггерша и лучница. Минус даггерша. Даже не успел уклониться. Они слишком быстро бомбят. Но зато, и знаете, что могу сделать? Спокойно сбегать в магазин и закупиться пробирочками на хилпоинты. Я так, пожалуй, и сделаю. Так, где у нас тут? Вот рынок. Я могу даже сюда зайти и немножечко стравить вот этому грибочку все клевера, которые мы с вами насобирали. Давай, давай, жуй. Жуй, говорю тебе. Так, мы с вами еще один уровень получили. Вау, даже баночку заработали. Так, стравливаем все. Ребят, какой-то билетик нашел. Помните, он нужен где-то на рынке там. Вау, 38, 40 золотых, ребята, у меня. Так, у меня есть одно очко. Так, давай, наверное. А что я, куда я могу потратить? Сюда, наверное, да? Хорошо. Надо было на огненный шар, наверное. Или что, увеличивает шанс огненного шара и молнии стать супер-мега. Что это за новости такие супер-мега? И, скорее всего, я в атаку все, ребята, опять волью. Может быть, конечно, надо было бы мне защиту прокачивать, но я почему-то в атаку. Так, смотрите-ка, он мне, ребята, деньжат подкинул. Неплохо. Так, открыть кассу и вложить. Давайте вот так вот мы вложимся маленечко. Ого, 43 серебра он мне будет давать каждый день. Слушай, это довольно неплохо. О, рад вас видеть. Хоп мне сказал, что потерял своего питомца, бедняга. Но уверен, вы его в пофоте. Да, и рад, вы в шахтах принесите картины Кобальт для моей галереи. До скорой встречи. До скорой встречи. А может быть, я уже нашел картины? Привет, хочу вас о кое в чем спросить. Вы уходите в одиночку и всегда возвращаетесь целым. Насколько вы сильны? Настолько, что тебе и не снилось. Так, кузнец, а ты мне не хочешь дать что-нибудь другое? Вау. Вот это я понимаю, ребята, 4 уровня. А еще? Вау. Бронза, а следующий идет багряный, но у меня не хватит золота. Давай-ка вот здесь, наверное, ребята, тоже сделаем. Так. Угу. А еще? Оружие ближнего боя. Вот это совсем другое дело, ребята. Вот, смотрите, 215 золотых нужно и 191 голду. Мне всегда казалось, что шлемы выглядят довольно страшно. Борт, его звать Борт, оказывается. Лиц не видно.
Это довольно страшно. Если вам это тоже покажется страшным, можете прятать свой шлем в инвентарь. Так, просто говорю. Зачем я буду его прятать в инвентарь? Ну ты дурила. Так, давай мы с вами оденем. Оу, элитный клинок охотницы. Вот это, ребят, по мне, вот это по мне, серьезно говорю. Так, и здесь мы с вами ставим лук охотницы плюс чакры. Совсем-совсем другое дело, ребятули. Так, а теперь давайте зайдем на рынок. Так, что тут у нас? Один. Так, что-то я могу с ней, да, поболтать? На днях я видела, что Марионет работал в учебном лагере. Хорошо, что он наконец-то нашел, с кем работать. Вы тут побудете немного, ладно? Наивные, конечно. А, ребята, я за билетик просто на халяву приобретаю эликсир. Понял. Так, кольцо черепахи. А что оно делает? Полезное кольцо для тех, кто любит скрываться за щитом. Я никого не осуждаю. А вот, ребята, и трость старика. Это же удочка. Рыбалка для чайников. Так, и трость старика. Низкая дальность, хрупкая. Так, кольцо уф. А ты что делаешь у нас? Когда вы будете умирать, с этой штукой вы не умрете. В плане. Предотвращает смерть раз за бой. Оу. Оу, то есть это... Ну, я, конечно, я надену. Обязательно, ребят, надену. Где у нас это кольцо-то? Так, погоди. Вот оно, да? Предотвращает смерть. Посмотрим, как оно работает. Это будет круто, если мы действительно с вами не будем помирать. Так, слушайте, а теперь я хочу порыбачить. Я хочу порыбачить, ребят. А как я могу между картами здесь переходить? Есть такая возможность у меня, нет? Нету, ребята, такой возможности, поэтому давайте вот здесь попробуем. Как это... Так, зажмите, чтобы забросить. Щелкните, когда клюнет. И зажмите, чтобы выудить. Не крутите, если рыба сильно сопротивляется. Хорошо, давай посмотрим. Тишина. Птички не поют. Хорошо, пишут мне. Так, ой. Это, я так понимаю, ребята, был срыв. Да? Сорвалась у нас рыбешка, к сожалению. Ну, клюй, пожалуйста, клюй, клюй. Я должен тебя поймать, отлично. Подтягиваем. Подтягиваю, подтягиваю. Ёлки-палки, я так понимаю, нельзя, ребята, тянуть, когда у нас удочка краснеет. Потому что можно, опять же, порвать леску. О, вытащил, ребят, смотрите. Рубиновая форель, одна из семи. Так, хорошо, я, видимо, могу здесь поймать три вида рыб. Так, ну-ка давай. Отлично, пишут мне. Давай тянуть. Только не спешим, ребят, не спешим, чтобы не порвать и не сломать себе удочку. Она у нас хрупкая же написана была. Так, пока идет. Ага, начинает сопротивляться. Так, подтягиваем, подтягиваем, подтягиваем. И, ребята, очередная у нас рубиновая форель. А интересно, что будет, если мы их насобираем 7 штук? Что, куда нам их сдавать или как быть? На рынок зайдем, ребят, там нам, наверное, их и купят. Так, отлично, давай тянуть. Тяни, так, тихонько ослабляем. Тянем, тянем, тянем. Это что-то, ребята, типа очередной тренировки, только по рыбной ловле. Опять форель? Тихо, что-то не... Да, что ж такое-то? Одна форель здесь, ребята, ловится, по-моему. Давай еще разок бросим. Может быть, надо дальше забрасывать, чтобы была другая рыба? У меня же, как вам сказать-то, самая первая хрупкая удочка. И я не могу закидывать очень далеко. Ловим так, возле бережка. Форельку. По-моему, форелька у нас, ребята, речная рыба. А тут у нас, я как посмотрю, такой небольшой прудик. Так, тянем, 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 ребята. Тянем, подтянем. Вытянуть не можем. И... Ох ты! Алмазный окунь, ребята. Вот так вот. Значит, все-таки здесь водится разная рыба. Я думал, только форель. Но тут все, как говорится, построено на удаче. Так, давай, клюй. Ну, есть. Потянули. Так, ребята, сопротивляется, я вижу. Вижу, как она хочет в другую сторону уйти. Но не тут-то будет. Мы ее, ребята, обязательно вытащим. Так, пока все идет хорошо. Так, ага. Натяжение было, да? Тихо, тихо, тихо. Вот она уходит. Ух, ты куда? Видно, какая-то, ребят, другая рыба, судя по всему. Нет, опять же алмазный окунь. Ну, уже две штуки из четырех. Вас, наверное, это, ребята, утомляет. Я сейчас последнюю рыбку поймаю и пойдем с вами на боевку.
Нет, зайдем на рынок, купим себе флакончики, а потом уже пойдем на боевку. Ну, о, клюнула, клюнула радость моя. Тихо, сопротивление идет. Ух, ребят, что-то она меня тащит слишком далеко. Давай, давай, поближе к нам подтянем ее. Ну, а, тихо, чуть не сорвалась. Ну, это, ребята, у нас форель рубиновая. Хорошо, ладно, мы с этим делом закончим и сходим в город душ. Я хочу, ребят, на рынке купить себе... А, я же закупился, все, отлично, ребята. Так, а это что такое у нас? Если найдете милую горную лису, попробуйте это. Ага, отголоски пней. Это пенек, наверное, можем мы с вами заманить. И моя жизнь на острове Неверсин. Это я на пляже нашел. Наверное, дневник какого-то путешественника. Хорошо, ладно. Кольцо черепахи. Но кольцо черепахи нужно для того, ребята, если у нас есть щит. Нас предупредили об этом. Ну, я пока щитом не пользуюсь, так что обойдемся, я думаю. Так, все это дело мы будем читать в музее потом. Пойдемте-ка мы вначале с вами здесь дальше раскумарим. Кстати, у нас глубинный пруд, а вот здесь вот забытое побережье. Ага. Ну что, давай передовой отряд королевы. Кто тут у нас? Ох ты, ох ты, это же, ребята, это же маги, верно? По-моему, да, именно маги здесь. Уклонились. Против магии лучше уклоняться, потому что блокировка здесь бесполезна. Да нифига она бомбанула. Радость моя, успокойся, пожалуйста. Ну, так, а добивочный? Нормуль, прописали. Так, лунный солдат, ребята, это у нас какой-то копейщик. Я даже ничего не успел сделать, а прикинь, как он шустрый. Да ты отвали. Дай-ка я, ребят, подхилюсь маленечко, а то что-то как-то не айсово. Не успел вовремя нажать. Дай-ка я... Ты смотри, что она сделала, а? Фига себе, за спину. Оу. За спину, ребята, она мне перевернулась. Кого-то не того я застанил, если честно, ребят. Ах ты, засеря. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опс. А мы хиляться будем сегодня или нет? Или мне... Во, захилялись. Ну это мало, это мало, ребят. Вот, теперь нормуль. Блин, даже не минусанули. Да чтоб тебя, засранец ты такой. Так, ладно, хорошо, с одной покончено. Да она... Ой, ребята, по-моему, меня тут распишут сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай вот так вот попробуем сделать. Раз, два. Уклоняемся. Да я не могу, ребята, почему... Что за бред? Может быть, мне не срабатывает? Да нет, вот так вот срабатывает. Ну, это уже, ребята, поздно, согласитесь. Тут что-то срабатывать, не срабатывать. А, у меня еще кольцо УФ. Я про него забыл. Получено достижение. УФ, ага, спасибо большое. Слушай, наверное, нет, ребята. Наверное, не потяну я. Не справлюсь. Как-то печалька, если честно. Хотелось бы мне их забомбить. Ладно, давай я попробую еще здесь затариться маленько. Все бабки спустил. Кольцо укротителя, серебряный клевер. Вся правда о пальцах, том 1. Офигеть, чего тут только не продается, блин. Так, на, жуй. О, сколько он мне тут монеточек подсыпал. Ну что, ребята, будем пробовать или нет, а? Одолеть королевскую эту стражу. Так, а что у меня здесь, ребята, можно взять? Смотрю, что-то новенькое моргает. Лунный скипетр? Да я не хочу как бы его одевать. Так, кольцо УФ. Ребят, ну, по большому счету от него, ну, как бы, я считаю, толку мало. Лучше 20 к здоровью. Или же особой атакой. Давай вот так вот сделаем. 25%. Ну, четверть, грубо говоря. Так, вот тут главное не лопухнуться. Раскумарите как можно быстрее. Минус. Тут лучше уклоняться, естественно, от магии. Давай вот так вот сделаем с вами. Гигантский фаербол, она в меня запулила, а? Посмотри на нее. Отличненько, подбили. Так, вот этот, ребят, солдат.
Оу, хорошо-то как. Да не могу, ребят. Он мне еще и... Он мне еще и этот понизил. Атаку. Так, убийца. Я помню, ребята, ее выкрутасы. Так что будем... Вот так вот бомбить. Есть. Так, ну что? Давай, наверное, вот так вот сделаем мы с вами. Контратака. Да чтоб тебя. Погоди, родная моя. А пробирки мы будем сегодня пить или нет? Я не понял. Я не понял юмора. Как же так без про... Вот, наконец он хлебнул хоть что-то. Ух, смотри, как получилось классно, ребят. Мы ее застанили, вообще четенько все. Зачем я сейчас пробирку еще активировал? Для чего? Ладно, фиг с ним. Выпили и выпили. Главное, что победа за нами. Фух. Как-то он, ребята, применяет эти пробирки, непонятно, если честно. То пьет, то не пьет. Так, бронза у нас, новое снаряжение. Это ерунда, это устаревшее все, по-моему, да? Даже сказать хлам. Так, ну вот есть только... Да щит, зачем он мне нужен? Ну, мне не нужен, ребят. Так, ну что, у нас с вами старый Крак-Зо. Но прежде чем идти к старому Крак-Зо, нужно купить пробирки на хил. Они, по-моему, ребят, с каждым разом все дороже и дороже, или мне кажется? Я знаю, что это высококачественное зелье, поэтому я и пришел за ним. Давай вообще все закупим здесь. Все, что можно. Так, что это делает у нас? Я использую чистейший комариный яд, чтобы восстановить все мгновенные действия, такие как уклонение, блок, атака в дальнем бою. Все, ребят, я понял. Комариный сок предназначен для того, чтобы откатить нам у ворот блок. А что делает вот это вот? Вы станете сильнее легендарного бойца Бибус. Бибус. Так написано на этикетке. Угу. Ладно, давай попробуем. Значит, это нам дает силу. Так, кто ты такой? Кто ты здесь такой, парень? Покажись. Так, ну, мышку мы с вами должны тут закумарить. Ага, не вышло. Так, кобальт. А, блин, я думал, это подрывник. Нет, ребята, это не подрывник. Уклоняемся. Так, нормуль. Так, что он сейчас делает? Понятно, мы здесь с вами должны выжить любой ценой. Ой, а это плохо. Ребят, это очень плохо. Если они втроем на меня прыганут, это будет трындец полнейший. Хотя бы так. Хотя бы, ребята, так. Ну, забомбили. А этого... Уклониться нельзя. Уклониться. Вот, ребята, и... Это что такое? Опять проблемы? Сначала нас пугал демон, мы его заперли. Потом его стал искать орден. А теперь и ты. Крак-Зо для этого старый. А мне-то что? Что ты старый для этого? Зачем ты сейчас выпил? Так, эту пробирку я не понял. Так, этот подрывник, ребята, его надо будет тоже как-то... уничтожить. Ну, давай. Ага, вот оно что. Минус. Так, уклонились, отлично. Так, подрывника надо обязательно, ребят, сейчас на глушняк валить. Вот это я понимаю. Так, ну что, Крак-Зо старый, непутевый. Пора с собой тут, наверное, разобраться. По-мужски. Дай-ка я еще, ребят, пробирочку выпью одну. На всякий случай, мало ли, что-нибудь пойдет не так. И добиваем. Нет, не добиваем. Уклоняемся. И добивочный. Отлично. Ради всего. Как это меня достало. Вечно получает звездюлей. Ох ты. Это что такое, ребята? А, шлем и грудь. Бронза. Так, и у нас, ребята, демон. И у нас тут демон. О-оу. Так, что-нибудь такое есть хорошее? Шлем. Ага, понятно. Шлем, значит, и все. Хм. Удочка, флейта, камень у нас. Ну что же, ребят, давайте, наверное, купим все-таки себе пробирок на хил.
и пойдем уже на самого демона. Да, ребята, пробирки с каждым разом все дороже и дороже становятся. Так, а что делает серебряный клевер? Это повысит ваш шанс найти клевер. Немного. Наверное, перебьюсь пока, ребят. Хотя клевер тоже неплохой. Искать, по крайней мере. Так, а что у нас тут в обучении? Там что-то можно поговорить. Так, ну-ка. Хотите лучше орудовать луком, а? Пытайтесь попасть сразу в несколько мишеней. Они все зачтутся. Да, иногда я бываю добрым. К тому же направление полета монетки зависит от того, куда вы по ней попадете. Так, ну это понятно, ребята. Монетки, это все... Вот, дайте мне улучшить лагерь. Теперь у нас улучшается, видите ли, забор. Кстати, это тоже неплохо. Помостик сделали. Так, дверьки улучшили. И дальше забор. Хорошо, у нас денег больше с вами нету. А что мне все время здесь показывают? Что-то моргает. Может быть, в характеристиках? Нет, ничего нету, ребята. А что-то моргает все. Ну что, вперед к демону. Что за демон там у нас такой? Тихо. Две волны, ребята, здесь будет. Две волны. Давай так попробуем. Раз, два. И рубим. Вот так вот, хорошо. Блин, по-моему, ребята, нас кто-то сейчас озвездюлит, мне кажется. Лучше бы этого не было, на самом деле. Ать, не успели, да? Невозможно уклониться, я уже понял. Ох, ё-моё, это кто такой? Что ты? Что ты, радость? Не того я оглушил. Не того, ребятушки, я оглушил. Ать. Так, ладно, смотрим. Ёх, ты чё делаешь-то, упырь? Вот это он, ребята, звезданул. Вот это он звезданул. Ничего не могу сказать. На, получи. Так, хорошо. Мы выстояли. Якобы. Это что такое? Что сейчас было? Ну что, ребята, давайте попробуем еще разок. Я закупился помаленьку, полегоньку. Надеюсь, мне это как-то поможет. Так, стреляем, стреляем. Давай вот так вот сделаем. Сразу же, как говорится, его накумарим. Так, хорош тут уже баловать. Так, переключаемся вот на этого. На этого, говорю, Гаврюшу. Так, погоди-ка. Здесь мы увернулись. С этим надо заканчивать. Чтобы не ерзал. Контратака. Ага, готов, хлопчик. Ну, давай быстренько с этим чудиком разберемся. Так, вот эту пробирку я выпью, чтобы у меня откатики произошли, а? Так, и... Да, я понял, понял тебя, что ты орешь-то тут. Как потерпевший. Ага. Так, ребята, вот тут блокируем. Тут лучше вот уворачиваться, на самом деле. Так, попробуем еще. Минус, отлично. Давай теперь вот этого хлопчика. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Это было неожиданно для меня. Я попался ему, ребят, под удар. Ну, расстреливаем, отлично. Так, Гаврюша, получи. Так, увернулись. Дайте-ка, ребят, я силу себе. Да как же так-то, а? Нельзя... Нет, почему нельзя? Можно блокировать. А почему иногда срабатывает, а иногда нет? С чем это все, ребят, связано? Так, дай-ка я его попробую застанить. Оух. Щет, как жестко. Ну, мы его сейчас победим. Да, ребята. Друг демонов получен достижение. Кай-кай. А где Пупси? Я слышал, что он кай-кай крикнул. Ну, я его почему-то не видел, кай-кай.
Ну что, ребят, мы с вами все-таки победили демона. Волшебный лук. Красивый лук, идеально подходящий для демона. Так, ну что, мы с вами нашли второй предмет. И у нас, ребята, просят вернуться в город душ. В таверну, конечно же. Так. О, мой герой. Большое спасибо, что нашли Пупси. Ха-ха, нет, он не нападал на вас. Тоже мне, он просто играть любит. Ладно, забудьте о Пупси. У меня ужасная новость. Ведьма готовится устроить... О, нет. Кромешную тьму. Она велела приспешникам-оркам уничтожить дерево светлячков и погасить свет на острове Неверсин. Знаю, да. Она хуже всех. А наказание достается мне. Фу. Почему никто не накажет ее? Вам нужно надавать по башке ее приспешникам-оркам и добыть третье сокровище героя. А что это? А, знаю. Синий светлячок. Прошу вас. Не дайте ей погасить свет. Глава третья. Кромешная тьма. Хе-хе. Давайте, наверное... Нет, не будем пока никого тут нанимать. Да. Я думаю, что у нас денег хватит. И надо вот затариться, ребята, обязательно на рынке в первую очередь. Да я знаю, что это такое. Что вы мне все время повторяете? Так, давай возьмем, наверное, клевер с вами купим, да? Так, вся правда о пальцах. 44, да? Кольцо укротителя. Это кольцо местного изготовления сделает ваших питомцев сильнее. Хорошо, давай возьмем 20% к урону и здоровью питомца. Так, замечательно. Что мы можем еще с вами замутить? На рынке мы все сделали. В таверне мы с вами получили задание. Так, а здесь у нас что? Давай-ка мы скормим все это дело грибу. Так, возьмем 3-6 голды наши, честно заработанные. Так, ну что, ребята, я не знаю. Давай посмотрим карту мира. Кромешная тьма, третья глава, ребята. Ага. Ага, древо светлячков, как я могу понимать, да? Все отлично. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте будем закругляться с вами. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игрушечку. Так что всем пока и до новых видосиков.